такая интересная броненакладочка. Только что я ее успешно открыл. То есть, в принципе, взломостойкость у нее нулевая. Она, получается, одевается на любой сейф, на любые двери теоретически можно ее ставить. То есть вы ее открываете, снимаете и открываете замок. Сделано очень качественно, все заподлицо, все гладенько. Вот. Ну, открыть открыли, теперь давайте ее закроем. Закрыть будет, в принципе, проще, но ее закроем. Закроем мы ее вот так, наверное, просто. Так что не очень-то просто ее закрыть, когда одной рукой снимаешь. Но это уже не столь важно. Кому такие вещи в руки попадали, спешите. Будет интересно, где вы с ними сталкивались. Пока.